Зима. На улице стоял жуткий мороз. Где-то в окнах еще горел свет. Вот и пенсионерка, Надежда Эдуардовна, еще не спала. Смотрела свою любимую передачу. Пожилая женщина услышала громкое мяуканье кошки. Кошка Маша, которая жила в подъезде, подняла жуткий вой на лестничной площадке. Кошка обнаружила младенца в коробке. Надежда Эдуардовна вышла из квартиры и побежала с четвертого этажа. Она подумала, что кошку бьют. Даже не подумала, что Маша ребеночка нашла. Соседи тут же вызвали скорую. Врачи осмотрели ребенка. Двухмесячный мальчишка был тепло одет, на нем были дорогие комбинезон, свитер и шапочка. Рядом лежали памперсы и бутылочка со смесью. Но поразило фельдшеров скорой совсем другое. У кошки Маши материнский инстинкт оказался куда сильнее, чем у родной матери. За несколько часов, пока мальчик лежал с ней в коробке, она не просто согрела его, она действительно привязалась к младенцу. Люди были удивлены, как она переживала за него смотрела, куда врачи его понесли, бежала за ними, мяукала, разумное существо. Она прямо бегала от человека к человеку, и когда водитель взял ребеночка, она к нему подбежала и начала кричать. «Надо же, какое животное заботливое!» Она все понимает, поняла, что случилось несчастье. Сейчас полицейские пытаются выяснить, кто родная мать малыша. Медики дали сыщикам зацепку. В кармане комбинезона, в который был одет малыш, они обнаружили записку, фамилии одной женщины. Полицейские проверили данные, но оказалось, что никакого отношения к подкидышу женщина не имеет. Возможно, таким образом родная мать пыталась сбить следователей с толку. Мальчик сейчас находится под круглосуточным контролем медика в больнице. Его жизни уже ничего не угрожает. Героиню-кошку после этой истории приютили жители одной из квартир. Оказалось, что бездомная Маша вот-вот сама должна родить, видимо, поэтому с таким материнским теплом отнеслась к младенцу.